час немного можно ли? Поздравляю всех с открытием очередного слета «Юрок». Ура! Лена Березина передавала всем большой привет и говорит, что я не могу приехать на слет по одной простой причине, что ну, душа еще как у нас у всех. Ну, не сел осадок, что нету Юры, что этот слет будет проходить без Юры. Вот мне, как бывшему его вице-президенту, а сейчас президенту клуба, скажу честно, не хватает Юрия Николаевича по многим вещам. Но все равно, поскольку я ему обещал, что форум не ляжет, что клуб будет жить, поэтому, как видим, у нас жизнь продолжается. За этот период уже у нас зарегистрировалось более 1000 человек. На сегодняшний день мы уже подходим к 10 тысячам зарегистрированных пользователей. Ну и среди клубменов у нас тоже идет рост. Вот за это время у нас принято 4 клубмена. И по традиции нашего клуба разрешите им вручить символ клуба, бейсболку. Не торопись, хорошо? Не торопись. Ага. Вот я здесь, так. Одевай, Сергей, одень ее. Надевай. Ну какой есть, Вань. Вот наши новые клубмены. Ну, как видите... Дядя Паша, все тебе нравится, те, что ты их называешь клубами. Но еще должен вам сказать, чтобы вы посмотрели на историю форума и клуба. Наши ветераны. Тима. Игорь Б. Игорь Болеславович Перегуд. Посмотрите. И Владимир Николаевич Артемов. Николай! Или дядя Вова, как его многие называют. Николаевич. Ветераны наши. Уважением. А Митьку забыл. А Митька не надел. Если бы не Митька, его бы называли Вова. А дай Николаевич. Ну вы знаете. Нормально. Программа у нас насыщенная, традиционно насыщенная, как на любом нашем до этого мероприятии. Но я хотел бы вам сказать, вы знаете, что у нас в этом году проводилось 3 конкурса. Лучший отчет по охоте, лучший отчет по рыбалке и лучший отчет по фотографии «Весна идет, весне дорога». Значит, лучшим оказался Хантер 79 по фотоконкурсу «Весна идет, везде дорога». Россия, Республика Крым. Дядя Вася. Дядя Вася! Ты понял, да? Да, я в принципе обещаю. Удачи!
Основа Республика, Республика Крым. Республика Крым. Посуды, у меня такое ощущение, что вы не фотографировать, не рыбачить не можете. За лучший отчет. За лучший отчет об охоте. Награждается русская охота за победу. А награждается, как вы, кто думаете? Конечно, Вася. Тоже профессионально. Персонально. Персонально, Вася. Посмотри. Ну что, ребята, тренируйтесь и учитесь. И все уже соревнования позади. И я немножечко кадров вставляю, подарков. Очень достойные призы, приятные в общении люди. И я чуточку своей души оставила с вами. Какие-то моменты сняла для тех, кого не было на форуме. Что третье, стойко выдержали все испытания, выпавшие на вашу душу. Спасибо, что вы вообще есть. Спасибо, что вы поддерживаете форум «Юрок», что вы поддерживаете клуб «Юрок». Я думаю, что мы и впредь будем все больше и больше увеличивать число и форумчан, и гостей, и самое главное – клубменов. Слет закончился, слет прошел, скажу, на отлично, мое мнение, я уже не первый год, как говорим. Тем более, праздники совпали. Много у нас победителей. И шульон ели, и рыбу ели, и уху ели, и мясо, и вообще тут... Закончен. И кто уезжает крайним? Андрей Александрович. До встречи.